Привет! Сегодня мы поговорим с вами поговорим сегодня о полыни. Полынь – это замечательная трава, которая очень помогает. Сейчас я более подробно расскажу, как ее заваривать, для чего она нужна и почему она даже необходима нашему организму. В одном из видео я как-то упомянул, что полынь помогает напрочь выгонять с организма паразитов. Они прям устраивают соревнования, кто из них быстрее убежит. Настолько для них противна эта трава, и они не выдерживают. Но плюс этой травы еще и в том, что травка эта помогает выгонять не только физических паразитов, но и ментальных, что очень хорошо просветляет мысли и становится очень-очень-очень другое состояние. Значит, как делать полынь, как заваривать? Мне написали, попросили, чтобы я рассказал. Ну, я думаю, чтобы не писать каждому человеку отдельно, я сделаю такое видео. Я обычно завариваю в термосе, у меня литровый термос. Беру воду, отстаиваю. В любом случае, пользуюсь я фильтром, не пользуюсь, я в любом случае сутки отстаиваю воду. Это как правило у меня. Воду отстояли. Дальше берем термос. Я беру литровый на день. Объясню, почему на день литровый. Скажу чуть позже. Сколько брать травы? Я беру травы по ощущениям. Я не люблю, чтобы она очень горькая была. Ну, она действительно очень горькая. Пить ее невозможно. Я беру вот столько. Это чуть больше чайной ложки на день. Заливаем водичкой. Кипяточком. Я заливаю целый термос. И это на день. Как пить полынь? В общем-то, я для себя нашел такой путь, что пить полынь надо выделить для этого время, день, желательно выходной. И смотрите, как у вас есть термос, который настаивается, ну, минут 40 минимум, чтобы он настоялась, травка. И в течение дня вы пьете этот термос. Но лучший эффект будет, когда вы с этим термосом хотя бы на пару часов пойдете в лес или пойдете в лесопарк, или просто в парк, или на озеро. В общем, там, где поменьше людей, желательно с собой никаких гаджетов, телефонов, ничего не брать. Чтобы вы побыли наедине с собой, наедине со своими мыслями и периодически попивать вот эту травку. Это идеальный вариант, для себя я открыл. И также вечером, вот вы покушали, подождали 2 часа, через 2 часа выпили стаканчик полыни, и уже перед сном ничего не кушаете. Это я вам не советую. Это я просто свой опыт описываю. А принимать решение пить или не пить полынь, это как бы вы для себя сами решаете. Я просто описываю, что мне эта трава не только помогла, она мне и помогает. Я ее периодически пью. Я при вас сейчас термос заварил, и вот его сегодня тоже буду пить. Если пить невозможно, настолько она горькая, используйте мед. Я использую мед, и в прикуску с медом
То есть мед в термос не добавляется, а берется ложечка, укусили меда ложечкой и запиваете полыней. Вот такой вот рецептик. Ну что ж, друзья, надеюсь, я был полезен. Пишите в комментариях, что как вы относитесь к этому. Будьте здоровы. И пусть счастье наполняет вас все больше и больше с каждым днем. Пока. Паразитов тела хорошо тоже гонят вот такие дела. Вот это кожура граната высушенная. В общем-то, она пьется точно так же, как и полынь. Можете попробовать его. А вот есть семечки тыквенные, крупные. Я их подсушиваю еще на сковородке. И так вот крышу и просто их кушаю. Ну, они мне больше как для удовольствия, что ли. Вот, по сравнению с полынью, полынь очень, так сказать, впереди в лидерах лично у меня. Но, тем не менее, стоит пользоваться разноплановыми методами провожания паразитов из своего тела. Поэтому периодически, а точнее очень часто я ем семечки. Но иногда тоже пользуюсь вот кожурой граната.